Саляму алейкум рахматуллах баракату. Уважаемые братья и сестры, сегодня наступает последние 10 ночей месяца Рамадана, который мы долго с вами ждали. Быстро пролетело, быстрее даже, чем в том году. Мы это прочувствовали с вами. И так наша жизнь пролетит тоже, не успеем оглянуться, и мы уже... Поэтому... Так оно и есть, перед судным днем, когда уже почти все малые праздники заканчиваются, ускоряется время. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи кана юхья лайля Рамадан, он не спал в ночи Рамадана. Вайда джаа шаравахир, когда наступали последние 10 ночей, кана юхид ахля, будил свою семью, ауляда, своих детей, сагир аль-кабир, вакули ман ютыку ссаля, маленьких детей, взрослых, и жен, и всех, кто могут молиться, могут читать намаз. Поэтому вакан ящуд изара, и покрепче завязывал свой изар, свою одежду, для того, чтобы больше еще поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, если на протяжении этих 20 дней мы давали садака, мы делали намазы, читали дополнительно, то в эти последние 10 ночей нужно еще больше постараться. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иннама ль-амалю биль-хаватим». Дела расцениваются по последним делам. И у кого последние, поэтому последние дела, последние, как мы проведем вот эти последние 10 ночей, последние 10 дней, от этого будет зависеть весь наш месяц. И в последние 10 ночей есть лайлятуль кадр, хайру мин альфи шахр, ночь предопределения, которая лучше, чем 1000 месяцев. Дай Аллах Субхану нам провести в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля эти 10 ночей. Покрепче завяжите свои одежды, изар, побольше поклоняйтесь Аллаху Субхану Тааля. Не теряйте время напрасно, потому что время оно так и так пролетит, но лучше, чтобы оно прошло в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля в эти последние 10 ночей. В этой жизни все мы любим с вами Аллаха, альхамдулилля. У нас нет благих дел много, но Аллах нам с вами даровал сердце, которое любит Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И все мы с вами надеемся, то, что мы встретим Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, этими сердцами любящего нашего Творца, инша Аллах. Хотелось бы сделать напоминание, в первую очередь, самому себе, чтобы мы провели эти последние 10 ночей, выставили ночи, не спали, поклонялись Аллаху, просили дуа за нас, за умму пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям, за близких, за тех, кому мы даже не знаем, альхамдулилля, за просить за тех, кто ушли из этой жизни, ждут наши дуа, которым помогут, иншаллах, смилуйся Аллаху, субхану ва тааля, наши дуа. Вот так проводить эти последние ночи и в намазе, в поклонении Аллаху, субхану ва тааля. В этой жизни мы все любим Аллаха, но нет возможности увидеть Аллаха, субхану ва тааля. В этой жизни мы Аллаха не увидим, мы верим, поклоняемся Аллаху, не видя Его, веря в Него. В судный день в джаннате, иншаллах, встретимся с Аллахом, увидим Аллаха, субхану ва тааля. Аминь. И это самое прекрасное, что будет в раю. Увидеть лик Аллаха, субхану ва тааля. Но в этой жизни есть возможность обратиться к Аллаху и читать намаз. فمن أحسن وقوفه بين يدي الله في الصلاة سيحسن وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. Тот, кто, чье было прекрасным стояние перед Аллахом Субхану ва Тааля в намазе в этой жизни, будет его прекрасным стоянием в судный день перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, который будет длиться 50 тысяч лет. Когда человек уйдет из этой жизни, он не захочет сюда вернуться. Только по одной причине, чтобы сделать поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Всевышний Аллах сказал: «Йаума юкшафу ан сак, ва йудхауна иля суджуда фала йастатийун, хашиатан абсарахум тархакухум зилла, ва кад кану йудхауна иля суджуда ва хум салимун». В судный день, когда оголится голен, людей будут призывать к земному поклону, к сежде, никто уже не сможет. Все будут в страхе,
некоторые люди будут в унижении. Всевышний говорит, но я же призывал их делать земные поклоны, когда они были здоровы. Мы с вами сейчас здоровые, поэтому побольше должны поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, потому что все мы с вами захотим вернуться сюда, в эту жизнь, чтобы еще сделать земные поклоны и поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану, но не будет такой возможности. Поэтому у нас пока с вами есть возможность, мы с вами счастливые люди. Аллахи, мы с вами счастливы. И давайте проведем вместе с вами, иншаллах, эти дни, эти ночи в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, в земных поклонах, в намазах. И вместе, иншаллах, будем в вечной райской обители Аль-Джанна Аль-Фирдаус. Аминь. Саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.